буду сейчас чуть-чуть так, а больше переборщик, чтобы собрать себе. Физическое состояние хорошее, потому что все это время как бы готовились, работали ребята хорошо, работали на земле, на льду, то есть поддерживали все это и наоборот набирали форму. Ну, по играм это как бы очень приятное событие для всех, для нас, для болельщиков, для ребят, потому что до этого была какая-то неизвестность и непонятно было, к чему готовиться, когда, что, как начнется. То есть это один из тех этапов подготовки к плей-офф, потому что давно не играли, и эти игры должны помочь именно набрать вот эти игровые кондиции, почувствовать игру, быть в игре и уже быть готовым к плей-офф. Хорошего уровня команды, несмотря что автомобилист там не попал в плей-офф, все равно у них есть хорошие игроки, то есть и с ними будет интересно играть. «Нефтехимик», они в плей-оффе, они доказали, что топ-8 тоже хорошая боевая команда, которая нам нужна сейчас сыграть, которые будут биться, бороться. Все, что будет в плей-офф. Но, скорее всего, мы будем играть в плей-офф с Сибирью. Как вот оцените соперника? Потому что и в регулярке мы дважды играли с ними, дважды вступили. Ну, очень боевая команда, очень хорошо играет от обороны, хороший вратарь. И за счет этого они играют, то есть ждут этих контратак. Очень надежно в обороне, ждут контратак, выходят и реализуют их. Поэтому здесь очень важно быть готовы к такой борьбе, чтобы не терять шайбы, играть шайбы и не давать им шансов. Это решение лиги о том, что все-таки техническое поражение отменили, вы как его восприняли, как к нему отнеслись? Ну, как бы очень приятно, конечно, потому что, в принципе, это два очка, которые мы, получается, потеряли из ничего. И здесь эти два очка еще и решили то, что мы заняли там третье место. Не то, что Сибирь слабее, но просто оно получилось так, как должно было быть, по идее, потому что очень много игр переносили и потом, и никому не записывали. То есть, ну, положительно. Как команда настроение, как вообще в раздевалке атмосфера? Ну, настроение хорошее, было время отдохнуть. Сейчас есть понимание, как будем дальше играть, поэтому знаем, куда готовиться, каким датам нужно быть готовым на 100%. Сейчас будут игры в источник, которые нужно очень важно сыграть и подготовиться, играть правильно. Все относятся к этому серьезно, потому что игр не так много до плей-оффа будет, и эти игры нужно рассматривать как подготовку к самым важным матчам. И, конечно, давно не играли. Хочется уже сыграть, хочется получить игровую практику. Ждет в плей-офф Сибирь. Что сами скажете о сопернике? Да, хороший соперник, очень хорошо играет в обороне. Ждут контратак, нельзя с ним ошибаться, нельзя им давать моменты. Нужно играть строго самим и выиграть тот, кто меньше ошибается. Наши парни сейчас в Пекине, 5 игроков. Как вообще сказывается на тренировочном процессе, как-то отсутствие ребят? Да, конечно, не хватает ребят. И было не так много народу сейчас на тренировочных сборах. Были немножко другие тренировки, пришлось тренерам немножко корректировать, но сейчас несколько молодых ребят подняли, поэтому хватает людей, хватает для игр, для тренировочного процесса, и готовимся, ждем их обратно и желаю всем удачи.